Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и мы играем в клон World of Tanks Blizzard, я так понял. Вот, мы берем три танка, давайте Бен, Бес. Так, окей, сейчас поедем, мы помчимся, значит, на аллею утром ранним. Так, это у нас что, это у нас наш, да? Мы сейчас бежим. Так, это у нас еще какие-то патроны. А, жесткие патроны у нас стали. Давай-ка. Так, будем смотреть, где герои. Где герои наши? Любимые. Так, что-то я вижу. А, помахнулся. Так, назад отходим чуть-чуть. Прицеливаемся. Бамс. Окей. Все, ему стало кранзец. Так. Кстати, я вот не знаю, пилу. Это нитро, что ли? Если. Прорыв это больше. У-ху. Блин, надо было. Использовать быстрее. Опа-на. Какие у него лишь есть точки взрыва? Ух ты. Давай. Давай. Так, давай-ка назад. Вперед поедем. Возьмем сейчас вот эту вот штуку какую-то. Как она называется? Получим очки бонусов. Так, еще какие-то очки. Ну, тут собираются очки бонусов. Мало, но... Ну что, он вообще медленный. Не естество. Прорывно. Так где еще? Где последний танк-то? Нитро. Вот он последний танк. Вот так вот. Ой, мы его как этой супер мега способности. Кстати, по-моему, вот именно в World of Tanks, по-моему, не было таких способностей. Сделали некую изюминку. У нас даже. А, я думаю, у нас два танка умерло, а это как с помощью. Доступно ключей. Так, ну все, в принципе, Iron Force 2. Iron Force 2. Активные подарки — это награды, которые помогут вам освоиться в начале игры. Хорошо, спасибо, бро. Керамическая нарезка. Окей. Склад. Что это такое? Установить керамическую нарезку. Улучшить ее. За 3 минуты. Не, ну можем мы ее... Так, опа. Ее улучшить. Опа. Мы ее сейчас нафиг поулучшаем. Не хочу ничего восполнить. Ничего не хочу восполнить. Нет у нас. Дальше в бой. Это обучение, значит, мы просто обучаемся. Значит, обучение обучает нас обучаться обучению. Ой, блядь. Как мне нравится тупорылые мысли говорить. Так, ладно. Мы этот танк выбрали. Поехали. Прорыв. Вот что вообще на прорыв не похоже. На разрыв похоже какой-то. Так, ладно. Нам нужно что, опять добить? Прорыв. Давай, езжай, братан. Езжай. Так, где у нас наши враги? Нет? Не вижу. Но мне кажется, они где-то рядом. Вон они. Ох ты, первое убийство. Убийство первое. Брать. Промахнулся. Что это такое? Ты ж, yes. Прицел больше не нужен. А, вот он.
попал, смотри. Я умер? Я умер! What the fuck is it? Фигайся, я умер, я даже не знал. О, какой быстрый система обороны. Что такое? Я должен стоять. Так, что, ух ты, российский танк меня нагнул. Так, давай-ка. Быстрый бес. Сицил остался. Не знаю. Что вообще? Как-то медленно едет. Там мы едем, бро. Мои двоих танков вообще завалили. Так, надо вон, я вижу там. Давай. Уху! А, все-таки я первое место, я пострелял по ним. Поубивал их. Всех гадов. Русских. Блин, против русских играем. Кем мне притвориться? Может, кем я являюсь, монголом? Блин, что за шутки тупорылые. Так, отличная работа, командир. Обучение завершено. Как мне себя назвать? Хуй. Ладно. Это тоже по-другому звучит, как хуй. Так, увеличим, значит. А сундук что у нас? Так, используйте ключи, которые типа у сундуков, и получится вообще классные. После каждого. О, супер-мега-танк дали. Обычный. Тоже танк надавали. Спасибо, ребята. Ребята, спасибо. Посчитать все. Просчитал. Я прочитал, боже. Так, есть вход. Бабосики дали нам. Так, улучшить этот танк, да? Развитие, вот. 12 тысяч. Когда вы развиваете свои танки, вы также каждую силу и армию. Как у нас теперь стало-то? А танки? Что у нас? Урон теперь 400 с лишним. Так, у нас есть что вообще? Этого танка нет деталей. Установить. Вот, это что у нас? Можно установить, братан. Так, улучшить. Кстати, это тоже можно улучшить, да, по-моему? Улучшить. Все, теперь денег нет вообще. Ладно, а здесь можно сколько улучшить? Ну, на банок нету, банок. Ладно, давайте в бой. У нас три танка из трех возможных. Бой, ребят. Сейчас попадутся они, русские. DJI. Город в Италии. Машир. Фатма. Фанта. О, красный, кстати. Чё красный? Знаю, что такое красный, может быть, типа улучшенный. Приступить. Погнали, ребят. Давай. Прорыв, ребят, прорыв. Ух ты, как оно еще едет жестко. Своим прорывом. Больше как-то это дымит еще при этом. Прорыв мне не наносит урон, интересно. Что-то у меня меньше стало это. Здоровье как будто. О, едем, прорыв прямо. Ух ты, нас платили. О, плац, ты что на нас оставляешь? О, меня прикрыли. Спасибо, бро.
мы получаем. О! Пробито два танка. Бабосики, бабосики, бабосики. Собираем. Одно время на восстановление, иначе нам достаться. Так, у нас сзади, по-моему, проект. О, нет, нас сзади, по-моему, сейчас обойдут. Да, блат, вон он. Так, ладно, не будем притворяться, что мы его не видим. Ага, он ушел. Все, мы можем восстановиться. Спокойно. А по-моему здесь еще. Да, как ты промахнулся, шуща? Броню что ли свою стрелять? Во. А, он тоже стрелял, меня убил. Теперь у меня скоростной есть танчик. Скоростной танчик. Давай, поехали. Система обороны, взрывная бочка. То есть ты подъезжаешь к нему, наверное. Последнего надо купить. Yes, мы это сделали. Сколько я убил, интересно? Ну, я не первое место. 3. И помощи. Доступные ключи всего 20. Короче, с каждым разом у меня заканчиваются мои ключи. И мы... Доступно первое от ключи. Ладно, ребята, в принципе, я думаю, вы поняли, что это за игрушка. Если вам понравилось, я ставлю ссылочку в описании. С вами был Швилин, до встречи, пока.